6 часов вечера мы с Лукасей заехали до дяди Вовы, привезли ему 2 пакета еды, привезли смушки для того, чтобы замерить сахар. Дядя Вова, конечно, выглядит гораздо лучше, прям вообще лучше, чем выглядел. Дядя Вова, как настроение? Хорошее, спасибо, Андрей. Хорошее. Даже голос уже поменялся, настроение поменялось. Могу, пока не буду. Что с сахаром, расскажите? Сахар пока большой. Сколько? 11. 10-11. Угу. 3 раза больше нормы. Ну, может, надо таблетки поменять. Я понял. Ну, будем думать. В любом случае... Перезвоню. То, что у вас на лице, показывает, что намного лучше. Да, уже... Гамма смужечки. Замеряем сахар все время. Думаю, завтра привезу на велосипеде карпов. Я их сразу на стейки поделаю, чтобы вам было легче. Спасибо. Богдан наш в Черкасах. Уже 3-й день на реабилитации. Мальчик уже залечил по ходу эти проливни и пошел на реабилитацию. Так что Вова и Богдан, у нас все нормально. Никто никого не бросает. Мы своих не бросаем, мы же одесситы. Спасибо. Дядя Вова, столовой. Спасибо тебе, Лукаш. Спасибо, дорогой. Спасибо. Все, поехали, дядя Лука. Спасибо.